Подожди, вот сюда. Камера поломает. А как его зовут, Джек? Нет. Джим это... Вопрос, кличка. А он, а Джим это Джим. Кличка. Мы можем, в принципе, начать. Чей Джим? Смотри, Андрюх, так как. Нормально, нормально. Так, мужики, кто сюда будет смотреть, того вырежу. А как его звали? Джим Автомерлан, да? С девушкой разговариваем. Джим Автомерлан. Она спрашивает, вы ей говорите, все, ладно? Джим, Джим. Договорились? То есть я смотрю, чей Джим. А после чего? Кто не попадет, сикин башка сразу. У нас уже много раз. Джим Оф. Это фамилия, да? Да. Тамерлан. Тамер. Когда уже солнце сядет, а то жарко. Чтобы не париться. Кого болеете? ЦСКА кто? За ЦСКА? Они из Владикавказ? Алания играть не умеет, что за них были. ЦСКА Газаев тренирует, как? Конечно, тоже наш. А вообще, да, однокоренная система, да. Точно-точно. Да, баланс идет мотор. Все, баланс. Дай баланс не топчет. Будет чуть теплее. Так, ну вы расскажите, значит, вы все с одного двора или как? Как вы? В одной школе учились вместе? Ну да. Да. Он в параллельном классе. Да, в параллельном классе. Какой класс? Что, ну, мы с седьмой до сейчас Конечно. Идем. Вы с пацаном были в одном зале? Да. Расскажите, как. А должны были в 7 класс идти вот 1 сентября 2004 года? Нет, в 6. Нет, в 6. Что он писал на стене? Вот до сих пор сохранил. Ювентус там написано. Ну он, короче, всех футбол играл, да? Ну хорошо играл. Ну да. Вот он постоянно с ним был. Кто? Вот. Он тоже хорошо играл. Да? Хорошо, извини. Не в то время. Вот одна команда была? Не надо его пусть туда. Садится. Да я уже не надо, не надо. Во-первых, они будут с ним говорить. Во-вторых, он не влезет в кадр. Смотреть, если будут туда, они на тебя. Так вы вместе в одной команде, что ли, были? Нет, мы просто так делились сами. Делимся на две команды. Причем не зависит от того, сегодня в этой команде, завтра. Ну, да, просто так. Классно. Так из чего Франка там прозвали Алана? Ну, у него шрам же был вот здесь на лбу, поэтому. Ну а почему? Шрам назвали бы его? На море, он говорил, на турнике. Да, на турнике подтягивался, на него турник упал его. Ну вот Франкенштейн же был, у него тоже шрам был. А-а-а. Поэтому он так. А ему нравилась кличка? Ну, он ничего не говорил. Не обращал внимания. Привык уже. У него еще кличка была. Какая? Гайка. А Гайка сейчас? Гайта Фалан. То есть, а как вы лучше, как вы более такие друзья, более... старшие в зале такого? Франк. Франк. Да, Гайка это в основном где-то в школе с ним вместе были. Так, а Франк это чуть, ну, круг нашим. А он, кстати, хорошо учился? Ну вот, с первого класса, да, ну на доске почета висел. Ну потом он говорит, ну, по-моему, перестал учиться и уже не висел он там на доске. А прогуливали часто в школу-то? Мы? Да. Куда с нами уходили? Ты футбол играть? Мы еще не прогуливали. В пятом классе? В пятом классе нет. Ну вот в шестом, да. Уже почти не ходили. На уроки. На физру неохота. Да, футбол можно погонять. Ну в зале неинтересно играть. Футбол. Франк вообще, он был заводила? А? Он заводила был? Не. Тихоней, что ли? Не тихоней, он просто был член коллектива, мы не заводили. То есть лидером особо таким не был? Нет. А дрался хорошо? Дрался? Нормально. Нормально? Так маки часто получали? Шутку. Иногда там. В плечо? В плечо тогда. В плечо бил. А вот в тот день-то, 1 сентября, как все получилось-то? Когда захватывали? Ну вот на линейке стояли, потом, ну, были выстрелы. Я думал, назад повернулся. Думал, это просто, ну, прикол на 1 сентября. Потом я повернулся, и все бегут к школе. Я тогда тоже побежал,
Ну потом уже это в зале. Меня там, ну, все время спрашивал, ну, где там сестра в школе. Ну, нашел ее? Да. Ну да, я ему показал, где она. Там нашел, там потерял. Он опять потерял, да? А вы в зале где сидели? Вместе, рядом? Ну, я вот второй день, когда ночью была, вот я... Первый, ну, день сначала так, да. Ну, вот вторую ночь вот тогда, вот, ну, я с ним сидел, вот, до часов в 11, ну, третий день, когда был, с ним тоже сидел. Потом вот к нему пошел на подоконник. На третий через, день, где-то, ну, через полчаса, час, вот так. Полчаса, так, взрыв. Ну, взрыв был тогда уже. Тогда уже его не видел. Мы сразу выбежали. В окно, да? Mm-hmm. Вот с его двоюродным братом. Три. Ну, троюродный. То есть, когда взрыв прошел, вы сразу в окно кинули? А мы на окне, да, сидели. Второй день, когда, ну, был, ой, третий. Второй взрыв. Только тогда мы бежали. Первый взрыв, когда был, мы вниз упали. Потом, ну, второй взрыв был, мы только тогда выбежали. А почему на окне вы сидели? Вам что, не шаг на окне сидели? Ну, там, ну, я специально туда сел подальше от бомб. Ну, на под, там же подоконник, и вот прохладней, да, там было. Да, дышали там. А вас не гоняли оттуда? Выгоняли. Ну, под конец, да, уже те говорили слезть оттуда. Вот. Уже стрелять начали, да, в потолок. Когда последний раз вы А? Когда вы последний раз видели? Я его видел, ну, во я... второй день последний раз. Я его видел вот... Третий день, вот за полчаса до взрыва. Я не помню, который день. Я так с ним, ну, ходил вот пока в зале и увидел его, он меня позвал. Я, ну, что-то он мне сказал, я не помню. Чуть-чуть на нем поспал. Когда проснулся, его уже не было. Ну, ушел куда-то. Не, на третий, на второй день уже не страшно было. Уже все равно было. А вы вообще верили, что вас спасут? Спасут? Как-то вы вообще думали о том, что когда-нибудь оттуда выберетесь? Да, мы думали, когда, ну, нас выпустят. Ну, если вдруг мы вдвоем заблудимся, ну, встретимся там, колу всех купим. Мы не думали, что нас, ну, в заложники возьмут. Сам, даже когда вот в зале сидели, не думали, что он в заложники. Думали, это прикол. Потом вот когда одного мужчину первого убили, только тогда уже поняли, что это, ну, не шутки. Перед нами вот так был. Вот передо мной там, вот Битрозов, он это, его в первый день убили, когда он людей успокаивал. Ну, там они, короче, поставили ему, что... Ну, по коридору его так потащили. Это, да, мертвым. И это, говорит, ну, заткнись, а то, да, мы его убьем. Не, ну, не, ну, никто не замолчал, его убили. То есть террорист попросил заткнуться, да? А? Террорист попросил замолчать, да? Да. А он что, кричал или что? Кто? Террорист кричал, заткнись. Он Пастинский. А Битрозов что делал? Почему они его убили? Он Пастинский успокаивал, ну, всех успокаивал людей. А эти, они же не понимали, террористы. Из-за этого, да, из-за этого его пристрелили. И вот из-за того, что, ну, люди не... Ну, когда кричали, они говорили же, ну, замолчите вот это все. Люди же не слышали это. И вот кричали все равно. И вот еще из-за этого только еще убили. Из-за того, что он, когда он говорил, и вот... Из-за того, что люди кричали. Там уже на второй день там одного, ну, тоже снова человека одного поставили, ну, там, заткните. Ну, тогда уже все замолчали. А там же, по-моему, с этим Бертрозом были его сыновья. Да, два сына. Все погибли. А, это на глазах у... Да? Не, сыновья, их не убили тогда. Ну, они от взрыва погибли. Кого-то ранило? Я не знаю. Его нет. А тебя? Куда тебя ранило? Ну вот здесь было, вот здесь и еще вот за ухом. А тебя? Не. Я отвечал. Это по взрыву? От взрыва? Да.
А вот эта вот учительница... Ирина Захаровна. А там Ирина Захаровна, нет. Ну, это ваша учительница, да? Ну, бывшая. Она погибла. Которая... 54 года в школе. Ну, вы про это говорите? Вот... Нет, которую воду давала. Злата Сергеевна? А, Злата Сергеевна. А, это маленькая Злата, такая. Нет, она моя была учительница. Твоя учительница Злата? Она, ну, я зашел, где она, там же она, всех, туалет. Я у нее попросил воду попить, она говорила, нет, нет. Потом, ну, давай, говорит, только быстро. Я так выпил две чашки и ушел. Она там всех распределяла. А она воду, получала воду и дальше воду. Нельзя было пить? Она? Нет, почему воду не давали? Ну, террористы не разрешали? Они говорили, она там отравленная. Да, вот. Я специально... первый раз как будто ну в туалет пошел, как будто специально за водой. Первый раз выпил. Второй раз там уже кран открутили. А Злата что делала? Она? Она выводила в туалет. Да, вот в туалет выводила. Если ну плохо себя вели, ну вот так, в туалет не пускали. Ну, если они говорили, если вы будете кричать там. Мы вас, говорит, не пить, не в туалет, говорит, будем пускать. В первый день вот они разрешили воду давать. И вот, ну, взрослых пацанов вот ведра им дали, вот, чтобы они всем раздавали воду. Вот в первый день, а потом уже не разрешали там они давать. Сникерсы маленьким дали. Да, вот. Ну, два года вот кому. Да, вот сникерсы вот. Им дали. Скажи, а вы видели, как Злата погибла? Нет. А там, когда взрыв был, там же пыль, вот так все белое, ничего не было видно. Ее вот по телевизору показывали, на носилках ее несут, и там говорили, что она ее куда-то дели. Ну, не находилась она, говорили. А там была еще какая-то учительница, Алена Сарбековна, как осетинского языка, нет? Или вы не знаете? Нет. Тоже светленькая такая. Алена или Батразовна или как? Хасановна. Да. А, Эмма Хасановна. А, его бывшая учительница. Эмма Раза. Нет, Алена, по-моему. Алена Батразовна. Не Батразовна, нет. Ну ладно, если не знаешь, значит, не твоя учительница. Зуцева. Сарбековна. Наталья Хазамбек? Нет, Алена Ахсанбековна. Где? Может, вот. Асланбековна? Ну, которая... Ахсанбековна, скорее. Ахсанбековна. 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 Да, дочка она. Маленькая такая. Сейчас. Она не успела там пробовать. А, да, она же новенькая была. А кто там еще помогал вам? Из учителей? Или? Там какая-то... Ну, в очках такая женщина была. А, ну, там больше всех помогал. Она сестра, что ли? Не ну знаю. Да, медсестра. Да, вот она там по таблетке всем давала. Вот у кого воду этот, в обморок кто падали, она этот, на что-то им давала. Вот, которая записки носила, они ей говорили, если ты не придешь, мы дам твоего сына убьем. У нее там сын еще залег. А вот вы знаете своего директора? Ага. Да, ее внук. С нами учится. У этого внука еще сестра есть. Они тоже там были, да? Да. А когда выбежал, ну они чуть со мной ну, побежали. А сама директор с вами сидела в зале? А? Директор с вами была? Да, ну, я с ней... Так, да, второй день. Вот днем я с ней тоже сидел тогда. Ее сестра там с нами сидела. Наталья Александровна с нами тоже сидела. Ее племянник тоже, он тоже с нами учится. Внук, то есть, с нами тоже учится. Но она сидела так же, как и вы? Да никаких нет. Поблажек не делалось ей? Директор? Она уходила, выходила. Да, вот. Кто говорил? У нее сахарный диабет был, и она вот все эти три дня как-то вот продержалась. Она выходила, она ему террористу что-то на ухо скажет и уйдет. Да, что-то... Потом приходила.
воды принести? Да, принеси воды, мне все это задирать было. У меня МСТ, аллергия уже. На пыль какой-то. В Тунис еще взрослый. А там какой-то еще был милиционер или пожарник, он в форме сидел. А, этот наш по труду. По трудам он был. Асланбек, да, Бероев. А, не, не знаю. Ну, я видел. По трудам тоже не, раньше милиционер был. Там вообще в форме кто-то сидел? Да, я видел. Мы сперва думали, это вот, как, ну вот, сам пришел вот с улицы тогда. Типа милиционеры, да? Да, вот туда пришел. Думали, вот, что сказали, что вы нам одного дали, вот так. Ну, так думали. Но он что-то помогал вам как-то? Я не знаю, его вывели. Этот. Ну, его тоже, по-моему, убили, когда вот мужиков убивали, когда. Его тоже, по-моему, убили тогда. Самый первый, да? Да, вот. Не, не его. Самого первого, это вот Бетрозова. Как вы знали, что убивать мужиков? Там узнали или потом? Потом узнали. Так не знали. А сами террористы что говорили? Вот ну да. Первый нет. День ночью вот они сказали, этот вы никому не нужны, вот это все. Вас там с танка стреляют. Да, вот. Вы мне. Да, один взрыв был, они нам сказали. Вы засоха, вы не нужны, вот. Что-то они такое говорили. Вот. Первый день. Они вообще объясняли, почему они это сделали? Для чего? Они сами там говорили, я помню. Мы не террористы, это там вы террористы. Там вы? Один говорит. Да. Вы террористы, да? Да, они сами говорили. А они как-то они. А среди них женщины были? А? Среди них женщины Шахидки. Были? Сколько их было? Две. Две? Две? Я четыре? Нет. Не, ну но я видел две в черном и в сером. Я когда хотел вот уже убежать, вот первый день, когда вот захватывали. Я вот выпрыгивал, когда вот, где вот гаражи есть, и вот там туда хотел побежать, и вот шахидка туда выбежала, и обратно она загнала. Тогда. Она хоть кто-то поблажки вам делал какие-то, хоть пытался там как-то помочь. И террористов? Мы все были злые. Ну да, вот. Особенно вот там один лысый был такой с бородой большой. Вот он все время этот стрелял или что-то там. Страшно было даже его спрашивать что-то. Вдруг что-то вот. Он еще там сбоку Коран читал. Они на каком языке вообще разговаривали? Ну, на чеченском. Ну, иногда. А, между собой на чеченском, а с нами так на русском. А кто-нибудь из них на каких-то других языках говорил? Да, не. На чеченском, по-моему. Ну, один раз я слышал там террорист, ну, когда, ну, стрелял я, так, к нему другой подошел. Ты что там, ну, дурак, да? Куда ты стреляешь бомбы? Рядом с бомбами, да, он стрелял. Тебе скажите, а вот смотрите фильм там про американцев, да? Там везде есть герои, да? Вот среди тех людей, кто оказался в заложниках, вам показалось, там был кто-то? Ну и заложники, кто герой? Не знаю. Там они так напугали, что. Когда потом все это началось, когда пошло вот, уже на третьи сутки, когда уже произошли все взрывы и стали выбегать, вот кто, на ваш взгляд, проявил больше мужества и вот помог большим детям и заложникам выйти из этой школы? А я не знаю, я вот. Когда вот второй взрыв был, когда мы уже хотели выпрыгнуть, я ничего, ну там ничего не было видно, там штукатурка сверху падала, там все в пыли было, ничего не было видно тогда. Тогда никого там видно вот не было. Все белое прям. А у вас и сами кто-то погиб там? А? У меня погиб. У него две сестры. Кто погиб у тебя? Две сестры. Младшая? Старшая. Ну, одна была моя ровесница, а другая на год старше. А вторая? А там вторая ровесница, а другая на год старше, да? Да.
Скажи, в фильме специально всех спрашиваем, кого кто погиб. Скажи, вот прям сюда гляди. Скажи, вот я тебя спрашиваю, а ты ответь. Кто у тебя погиб? У меня погибли две сестры. Одна, ну, на год старше была, другая моя ровесница.